Всем привет! С вами снова я, Анна Попалова. И я продолжаю свой видеоблог о жизни в Польше. Сегодня 14 сентября, 27 градусов. Просто аномальное начало осени. И сегодня хотелось бы поделиться с вами на тему о том, что в Польше люди очень любят чистоту и как они это все дело подчеркивают, и как они ухаживают за своими участками, за своими балконами. Дело все в том, что в Польше очень любят вот именно наводить порядок прям вот абсолютно во всем. Любят покупать всякую химию, чтобы всю квартиру чистить. Особенно очень любят украшать свои балкончики. Дальше вы увидите видео. Я снимала просто среднестатистические балконы. И у процентов у 60-70 просто ну такие шикарные цветы растут на балконах. Просто смотришь и радуешься. Причем это не единичные балконы, так в большинстве домов. Прям реально очень много. Смотришь на такие балконы, то понимаешь, что каждый человек, он отвечает за ту территорию, за то, чтобы порядок был у него в квартире. То есть это не просто балконы с цветами, это просто выражение позиции каждого конкретного человека. Каждый создает красоту хотя бы у себя дома. Это не просто красивые балкончики, это отношение к тому месту, где ты живешь. Сейчас очень любят жаловаться на государство, на чиновников, о том, что все плохо. Но давайте будем честными, что посадить цветы на балконе, это не зависит от чиновников, это зависит от каждого конкретного человека. Чиновники не ходят и не рисуют на стенах. Чиновники, может быть, некоторые ходят, но их не так много. Например, не ходят и не выбрасывают окурки, не бросают мусор, не оставляют свой мусор в подъезде в надежде, что твой сосед за тебя его унесет. Нет, это делают не чиновники. За это отвечает каждый конкретный человек. Когда каждый занимается тем, чтобы навести порядок вокруг самого себя, то от этого выигрывают все, абсолютно все окружающие. Я сама вот здесь живу и чувствую, что уже как-то вот и цветочки я вроде как бы посадила, хотя я ни разу не цветочник. У меня всегда цветы очень сильно высыхали, но в этом году я решила поэкспериментировать, глядя на всех, глядя на то, как все люди вокруг сажают цветы, просто такие там цветники разводят. Поэтому этот пост не только и это видео не только о красивых балкончиках, это о выражении каждого конкретного человека, своей позиции к тому месту, как он живет, о том, что навести порядок вокруг самого себя хотя бы, это сделать нетрудно. И я не знаю, мне кажется, эти цветы, они не так дорого стоят. Например, я покупала такие то ли флоксы, не флоксы. Кто знает, как эти цветы называются, пишите в комментариях. Вот, они стоят 2,5 злотых. 2,5 злотых, это почти банка пива. И чем пить пиво, там, не знаю, курить сигареты, люди, покупайте цветы на балкон, это реально очень круто. И создавайте красоту вокруг себя. Всем всех благ, всего доброго. До встречи, пока-пока.